বিভিন্ন শরীর ভালো না? গৌর হরি বল, গৌর হরি বল, যাই গৌর হরি। Также однажды вы цитировали Рагунатха Даса Госвами, его слова о чувствах разлуки, да, о том, как он видел, воспринимал Рада Кунду и Говардан, да, как нечто в высшей степени ужасающее. Солнце сжигает Рада Кунда Говардан, посредники, тот, кто учил меня трансцендентному величию этих знаков, буквально, которые столь тесно связаны с моим владыкой. Эти посредники ушли. Посредник исчез. Ближайший посредник, передаточное звено, и наступила, пришла великая реакция. Эти реалии остались, а тот, кто связывал эти высокие реалии со мной, тот ушел. Они есть, но я не в состоянии обрести их. Столь многие посредники, возможно, могут быть, но ближайший посредник ушел. И этот мучительный опыт переживания пришло к нему. А иначе подобные слова, резкие слова, не вышли бы из его уст, когда он пережил разлуку с Махапрабху и Сарупом Дамодаром. Он жил словно безумец, оставался в этом состоянии, но в то же время он питал некую надежду на будущее, перспективы жизни во Вриндаване. Когда зрелость еще не была достигнута, посредник ушел, и тогда это состояние вышеописанное пришло. Это Радхадасия. Это Радхадасия. Потому он сумел указать в направлении Радхадасии, указать на Радхадасиям как высочайшее явление. Высочайшая форма негативного, которая извлекает субстанцию из позитивного начала и раздает нам, это явление ушло. И все эти реалии остались. Кришна, Вриндаван, Говардан и прочее, но мы не в состоянии их обрести. И это результат этой ситуации, разочарование в высочайшей степени, крайняя степень разочарования. Радхадася. Наш Гуру Махарадж сказал, наша высочайшая забота буквально относится к Радхарани. Нас интересует она. И поскольку Радхарани испытывает близость, буквально чувствует близость к Кришне, то нам есть дело до Кришны. Столь чисты, столь верны мы высочайшей концепции негативной субстанции. Мы пыль негативной субстанции. Наша истинная связь с негативным началом, с высочайшей
негативной потенции. Без нее иметь прямую связь с Кришной, оно немыслимо. То, что мы можем обрести непосредственной связи с Ним, без нее — это ничто, и качественное, и количественное. Реальные знатоки, подлинные знатоки, считают, что в такого рода связи нет ничего, и качественное, и количественное. Качественное, количественное, достойное явление можно обрести благодаря посредничеству Радхарани. То, что мы в состоянии обрести, увидеть благодаря микроскопу, телескопу, это одно. По сравнению с ним невооруженный взгляд, взор — это ничто. Нечто в этом роде. Тот, кто пользовался микроскопом или телескопом, он скажет, он будет проклинать глаз, он скажет, какой смысл в глазах, невооруженных этими приборами. Нечто в этом роде. Гаудхари, 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 Гаудхари. So Radha Dasya comes out of that feeling. Таким образом, из этого чувства рождается Радха Дасья. Харичаран просит вас выступить, рассказать. Мы выступим на Атмандире, сказал Шрила Госвами Махарадж. Хорошо, вступайте туда. Обрыв записи. Продолжение беседы того же дня. Я написал кое-что о Рамануджа Сампрадае. Да, написал короткую статью, маленькую статью, посвященную Рамануджа Сампрадае, Шри Сампрадае. Со времен Кришны. Вы изучали Чайтанья Шикшамриту? Нет. Произведение Бхактивинода Такура. Нет, нет, Чайтанья Шикшамриту, я с ней не знаком. Она, Гуру Махарадж, еще не переведена на английский язык. Чайтанья Шикшамрита. Ее еще нет на английском. Она есть на хинди, может быть? Она была переведена на хинди давным-давно. И также на телугу. На телугу и на хинди. Но была ли эта книга переведена на английский, я не знаю. Это следует сделать, потому что в этом произведении мы находим сравнительный анализ, сравнение ведической религии с различными западными философскими системами. Кант, Гегель, Спенсер, Шопенгауэр. Сравнительный анализ содержится в Чайтанья Шикшамрите, в Джайвадарме. Сравнительный анализ ограничен лишь индийскими религиозными концепциями, школами мысли. Но западная философия сравнивается с восточными теологическими идеями в Чайтанья Шикшамрите. Вероятно, Шридхар Махарадж имеет в виду книгу Бхактивинода Такура «Татва Вивека. Распознавание истины», а не Чайтанья Шикшамриту.
Я хотел бы знать, каким было состояние Замана вайшнавизма или поклонения Радхе Кришне со времен ухода Кришны? Поклонение Радхе Кришне. У Рамануджа представлено поклонение Лакшми Нараяне. Философия Рамануджа с точки зрения Шанкары. Шанкара говорит о недифференцированной массе сознания. Рамануджа пришел и заявил, нет, эта масса сознания дифференцирована. Масса сознания дифференцирована и наделена, в ней присутствует внутреннее разделение, качество, физическое или ментальное, или духовное, все есть истина. Материальное и адхокшаджа, то есть трансцендентные миры, и тот, и другой миры истины, реальные. Но один мир временный и приходящий, другой мир постоянный, неприходящий, вечный. И он говорит, если мы будем пристально рассматривать это явление, то мы обнаружим, что масса сознания есть личность, личностная, это великая личность. Есть маленькая капелька, точка сознания, крошечная душа, незначительная джива душа. А с другой стороны, есть огромная, великая масса сознания, великая личность. И эта личность есть Васудева Пурушоттама, который является оплотом Брамы, Брамана. Браман есть сияние его тела, его обители, обители и тела Васудева. Личность, личность, которая пребывает внутри всего сущего и объемлет все, заключает в себе все сущее. Я стою выше и того, и другого творения. Одна часть творения подвержена изменениям, другая неизменная, не подвержена изменениям. Но акхара означает то, что не подвержено изменениям. Акхара означает то, что всегда изменяется. Я же стою выше и того, и другого, этих двух субстанций. Я есть Пурушоттама, я есть Васудева. Речь не идет о статичном брамане. За пределами выше этого статичного брамана он пребывает. И за пределами выше мира, который подвержен изменениям, он также пребывает. Сознание подразумевает личность. Невозможно существование сознания без личностного элемента. Маленькая, крохотная точка сознания подразумевает крохотную личность, крохотную индивидуальность. Без индивидуальности сознание невозможно. Подобно тому, как материя не может существовать без силы сопротивления, буквально. Позитивное или негативное сопротивление. Материя подразумевает, что она занимает некое место в пространстве, и также есть некая энергия, сила сопротивления. Отсюда, возможно, концепция материи. Так вот, концепция, частица природы, которая сознание, подразумевает личность. То, что рассматривается как безличное начало, есть не более чем сияние или свет личности. Поэтому Гита говорит, в Гите Кришна говорит, «Я являюсь фундаментом концепции Брахмана». Брахман зиждется на мне. Он лучший из всех личностей, Пурушоттама. В Бхагавадгите представлена эта концепция Васудева. Выше этого, говорит Рамануджа, если мы будем рассматривать это явление крайне пристально, то мы обнаружим, мы увидим, что у этой личности есть потенция. А если мы сумеем проанализировать природу его потенции, то мы увидим многочисленных
слуг, и Лакшми Деви также, все они суть, потенция. У Личности есть Шакти, ее потенция. Он потребляющий, и существует объект или объекты его потребления. Когда мы рассматриваем пристально Личность Васудевы, то мы видим в нем два аспекта. Два начала. Пуруша и Пракрити. Объект служения и служащее начало. Пуруша есть объект служения, а Пракрити есть та, которая вовлечена в служение Пуруши. И это суть Лакшми Нарайана. Подобный пристальный анализ восприятия Васудевы позволяет нам увидеть, что Нарайана окружен началами, природа которых потенция, его потенция, и они подчинены ему. Все это пребывает в Вайкунхе. Обитатели Вайкунхи погружены в служение Нарайане там. Это Вайкунха. И там, нам говорят, присутствует 2,5 расы. Отношение слуги и господина Нарайана. Во-первых, покорность. Прежде всего, покорность. У слуг этой категории есть независимая индивидуальность, но они подчинили ее Нарайане. Это Шантараса. Затем дальнейшее развитие отношений Дасираса, когда элемент служения добавляется к покорности, активное служение добавляется к покорности, тогда возникает дасираса, экстаз служения в трансцендентной обители. Когда к этому добавляется элемент доверительности, доверия, тогда это сакья. Но полнота сакхи, дружеского служения, служения друга, отсутствует в Вайкунхе в силу трепета и благоговения по отношению к объекту служения. Поэтому это служение не слишком близкое, тесное. В качестве друзей мы равны тому, кому мы служим. Если мы играем, иногда мы забираемся на плечи нашего господина. А иногда сажаем его на собственные плечи. В данном случае они равны. Но такого рода служение в полной мере невозможно в Вайкунхе, поскольку в силу атмосферы, которая пропитана духом трепета и благоговения, пышности и величия, безграничные богатства, сокровища в Вайкунхе, все это. Отсюда определенное почтение, благоговение, трепет, преклонение преобладают там. Рамануджа говорит, на этом история заканчивается. Ничего большего или высшего нет. Шанкара, история Шанкары заканчивается в недифференцированной массе сознания. Рамануджа говорит, нет. Внутри этой недифференцированной массы сознания присутствует потенция и владыка потенции, личность. Служение также присутствует, это Вайкунха. Философия Рамануджи заходит настолько далеко, и согласно Рамануджи, он говорит, благодаря Шаранагати мы можем обрести Бога. Все это есть в ней, в этой системе. Шуда Бхакти. Традиция Рамануджи принимается в качестве чистой преданности. Служение есть истинная природа каждой личности, и каждая личность способна выживать и процветать благодаря служению и счастливо жить на этой почве, на этой земле, вести нормальную жизнь. Все это согласно Рамануджи. Так. И Лакшми Деви, Шри, она служит Нарайане, ее подруги также. И многие слуги мужского пола пребывают там. Таким образом, служение, земля служения,
Но достоинство, трепет, благоговение, пышность, величие — все эти характеристики, суть, отличают природу той обители, трансцендентного, божественного мира. Почему существует различие, расхождение между Мадхвачарьей и Рамануджачарьей? Бог, Джива, душа и мироздание. Философия Рамануджи может быть проанализирована так. Этот термин обозначает изначальную концепцию личности Бога, Нараяны, Вьюха, следующим образом. Согласно его мнению, Нараяна — изначальный Господь. В Вайкунтхе Нараяну окружают его ипостаси, его экспансии или проявления, 24 прежде всего. Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Анирудха — это первая четверка, исходящая из изначальной личности, и у каждого из них есть пять собственных проявлений. В конечном счете 24 экспансии, аспекта или ипостаси Нараяны присутствуют там, в измерении Вайкунтхи, со всеми своими богатствами и ресурсами. Для Лакшми Сева Вьюха и Вайбхав. Матья, Курма, Вараха, один из аспектов Нараяны, не исходит сюда, в бренный мир, ради защиты праведников и наказания злодеев, и ради проповеди истины, преданности и спасения преданных. И это Матья, Курма, Вараха, Нарисимха. Таковы Вьюха и Вайбхава, и существует другой аватар — Антарьями, Параматма, вездесущее начало, пребывающее в каждом атоме, зовущееся Параматмой. Оно есть проявление Нараяны. Это один из его аспектов. И Арча, Шри Мурти. Мы видим, Нараяна к людям наиболее материалистичным и тупым приходит в качестве идола, но для того, чтобы получать служение от наиболее невежественных людей, он приходит в образе Арчамурти, Шри Виграхи, и принимает служение в физическом измерении, и те, кто ему поклоняется в таком образе, постепенно их сознание развивается, эволюционирует, и они достигают более глубокого внутреннего восприятия. Этот мир является, с его точки зрения, внешней оболочкой Вайкунтхи, духовного мира, и благодаря шаранагати, самоотданию, самопреданию Богу, благодаря служению преданным, этому служению придается очень большое значение в Рамануджа Сампрадае, служение преданным. Это служение, такого рода поклонение, может привести нас в Вайкунтху. Но в целом шаранагати необходимо для того, чтобы достичь измерения Адхокшаджа. А Мадва же, существует одна шлока. Одна шлока написана Мадвой, другая Баладевой в виде Абушиной. Я не в силах сейчас вспомнить эти шлоки. В одной шлоке изложены принципы Мадхвачарья. Согласно Мадхвачарье, Хари есть высочайший Бог, Бог всех богов. Существуют различные боги, но Хари — высочайший из них. Материал не требует
Шанкарачарья говорит, этот материальный мир не существует, но Мадва утверждает, он существует, он реален. Этот мир существует, мир материи. Существует различие между индивидуальными душами. Одна точка или одно начало отлично от другого начала. Атомы сознания. Все они различные, все они уникальные. Но все они, эти души, являются слугами Хари. И существует иерархия. Кто-то стоит ниже, кто-то выше. Садхана, путь ведущий к цели, путь ведущий к Хари, есть исключительно Шудда Бхакти. Такова концепция. Другие положения этой концепции я забыл. Они есть в книгах. Затем, это мнение Мадхвачарьи. Он усматривает различия природы Дживы и Бхагавана. С его точки зрения, природа диаметрально противоположна. Шанкарачарья утверждает, Джива и Бхагаван — суть одно. Рамануджа говорит, Джива и Бог пребывают в рамках единой системы, но одна служит, другая принимает служение. Тогда как Мадхвачарья подчеркивает различие, Джива — это Шакти Вибхинамша, а Хари — Сварупа Шакти. Сварупа Шакти и Татасха Шакти. Таким образом, существуют также другие положения, которые отличают систему Мадва от системы Рамануджи. Сейчас я не в состоянии их припомнить. Я спрашивал, я говорил о том, что зачастую последователи Рамануджи и Мадвы конфликтуют. Да, порой это происходит. Главным образом имеет место быть конфликт между Мадхвой и Шанкарой. Этот конфликт иногда принимал крайние формы. Иногда Рамануджа Сампрадая вставала в качестве посредника между ними. Однажды состоялась дискуссия. Акшобхи. Он был последним учеником Мадхвачарьи, его преемником, Акшобья, и Видяраньи, который был светилом школы Шанкара, великим поэтом. Это было давно. И Дешакачарья был ученым, принадлежавшим традиции Рамануджи. Дешакачарья был вынужден вмешаться с целью достичь компромисса. Но Рамануджа также был и является вайшнавом, чистым вайшнавом, поскольку Вишну — вайшнава и преданность. Бхакта — Бхагаван Бхакти. Владыка — слуга и служение. Эти явления признаются всеми вайшнава-сампрадаями. Существуют нюансы в их представлениях о положении владыки, положении слуги и о том, как служить. Рамануджа подчеркивал служение преданным, тадия сева. Служение вайшнаву выше прямого служения Нараяне, поскольку это служение приносит конкретный результат. Тогда как служение Богу — нечто абстрактное и туманное. И также Шаранагати Рамануджа подчеркивал. А Мадва Ачарья
подчеркивал различие между дживой и Ишварой. Бескомпромиссную, великую буквально разницу между ними. Владыка, господин и рабы, он подчеркивал эту разницу. И также согласно Мадхвачарье, что есть мокша, что есть освобождение. Мокша состоит в обретении служения Вишну, лотосным стопам Вишну. И Вишну с вами, Шридхар с вами, они также считают, что владыка и слуга, и отношения владыки и слуги, подчеркивают единство этих начал. И считают, что служение должно быть свободным, движимым любовью. Служение не должно быть мотивируемо стремлением соблюдать, строго соблюдать правила и предписания шастры. Служение движимое в большей степени любовью, нежели диктатом шастры, видхи, правилами. Служение должно быть в большей степени любящим, любовным, нежели подчиненным правилам и предписаниям. Это его идея, идея Валлабха Сампрадая. В Гуджарате множество последователей этой сампрадаи. Нимбарка Сампрадая — это еще одна из четырех Вайшнава Сампрадай. Двайта Адвайта. Они говорят, что существуют черты сходства, тождества и различия. Дживы и Бога, Радхи и Говинда — суть высшая концепция Бога, и благодаря любви мы обретем служение Ему или им. Но они подчеркивают, они говорят, последователи Нимбарки, они считают Радху и Говинду семейной парой. Они не говорят о паракии. Они рассматривают Радху и Кришну. Есть замужняя женщина, у нее есть муж. И эта женщина обманывает мужа и служит Кришне как любовнику. Подобная идея отвергается последователями школы Нимбарки. Они считают, что все гопи замужем за Кришной и совершают лилу. Это называется свакия-бхава. А Гаудия Вайшнава ставит во главу угла паракия-бхаву. Гаудия Вайшнава говорят о высшем месте лилы и служения Арада Кунди. Последователи Нимбарки не согласны с ними в этом. Двайта Адвайта. Тогда как Махапрабху присовокупил к этому категорично присовокупил к этому следующее определение — ачинтья. Черты тождества и черты различия — это еще не вся истина, не полнота истины, потому что тождество и различие зависят от его сладостной воли. «Я повсюду и все во мне, я нигде, и ничто не во мне, меня нигде нет». Но подобная ситуация подразумевает, что все зависит от его сладостной воли. Насколько он есть во всем, насколько его нет во всем, насколько все в нем и насколько все не в нем. И это нечто непостижимое. Ачинтья. Одновременное тождество и различие
различия дживы и Бога, джагат, материального мира и духовного мира. Все это, чего не коснись, все это ачинтья, непостижимо. Все это недоступно человеческому разуму. Все это исключительно зависит от Него. И это Гаудия Вайшнава, это Махапрабху, это концепция ачинтья беда, беда татвы. То есть Он, Господь, может уполномочить обычную заурядную дживу. Да, Шакти Аяш, Он может. Он источник всего сущего, Он определяет судьбу и природу всего сущего, независимо. Он промыслитель и устроитель всего. Все и вся подчинено Ему. То есть Паракия Раса была неизвестна до явления Махапрабху. Она описывается в Бхагаватам, во многих других произведениях, Пуранах. Когда Махапрабху пришел, он ясно, недвусмысленно представил это явление и поддержал его. Речь не шла о том, что сам он следовал подобным практикам. Он в качестве ачарьи, он был строг. Он не вступал в отношения с замужними женщинами, но Кришна делал это, и Махапрабху в полной мере поддержал эти игры Кришны, заявляя, что это высочайшее положение нашего служения, когда мы готовы рисковать, идти на высочайший риск ради служения, приступая законы, правила, ограничения социума и так называемой религии, самодержавия Кришны. Мы признаем самодержавное право Кришны как абсолютное право, стоящее выше всех иных прав. Никакие претензии к его правам на все и вся не могут быть предъявлены. Его права носят эксклюзивный, исключительный характер. Необходимо это признавать. Даже приступая, нарушая правила, законы священных писаний, законы общества, необходимо идти на величайший риск. И подобное поведение есть высочайшая степень отдания себя абсолюту. Такова концепция, лежащая в основе школы Бхагаватам, школы Вриндавана. И это явление поддерживал Махапрабху в полной мере, как нечто высшей степени научное. Его правам никто никогда не может бросить вызов. Он обладает правами на все и вся, эти права носят абсолютный характер в абсолютном смысле. Никакой закон не может здесь. Опираясь на какой бы то ни было закон, невозможно отклониться от этого вышеозвученного положения. Закон необходим только для того, чтобы делить что-то между многими. Когда существует множество собственников, множество претендентов на что-то, тогда возникает такое явление, как справедливость. Но если все для него, как говорил Гегель, он для себя и все для него. Все для него. И он сам для себя, сам по себе и сам для себя. Он никому не подчинен. В полной мере. Если мы в полной мере это осознаем и будем этому следовать, он тот авторитет, который стоит выше закона. Его права на нас, притязания на нас носят абсолютный характер. И их невозможно опровергать или возражать каким-либо образом. Необходимо признавать этот факт. Он сам по себе и сам для себя, и все для него. Вы понимаете? Да. Да, он выше закона. Что? Он выше закона. Выше закона. Его притязание на все и вся, на все, что угодно, выше закона. Здесь нет места никаким соображениям, никаким аргументам, никаким жалобам. Они не могут проникнуть в эту сферу. Никакой закон не может ограничить его права, ограничить его притязания на что бы то ни было в бытии.
Необходима полнота веры, полнота почтения и полнота готовности служить Ему, приступая все и вся. И это паракия. В ином смысле, паракия подразумевает обстоятельства, заявляют на меня определенные права, удерживают меня, не позволяя мне воспользоваться моей свободой выбора и начать мое движение в сторону Кришны. Обстоятельства враждебны в этом смысле ко мне. И внешне я признаю их права, но внутренне мой выбор иной. Я предлагаю себя, свое существо, владыке моего сердца. Это иной аспект такого понятия, как паракия. Вы понимаете? Да. Когда Кришна покинул этот мир, после этого, постепенно, что? После того, как Кришна покинул этот мир, начался упадок вайшнавизма или религии, постепенно возник буддизм. А существовала ли вайшнавская концепция во времена буддизма, когда буддизм стал зарождаться? Или в то время уже вайшнавизм ушел со сцены? Рост и развитие атеизма в этом мире. Рост этот достиг зенита, когда Кришна пришел в этот мир. Мы находим это в Шри Кришна Самхите, произведение, принадлежащем Перу Бхактивинода Такура. Вы должны прочитать эту книгу. Затем этот рост достиг зенита, высочайшей точки, во Вриндаван Лиля. А затем постепенно это явление стало становиться непроявленным. Затем на сцену вышли буддисты. Не нужно думать только о социальном аспекте развития. Подобные представления подкреплены теорией Дарвина. В действительности за всем стоит сладостная воля Господа. Сладостная верховная воля, по которой совершается его игра. То есть эти события происходили по его сладостной воле. Как было сказано, исторически появились буддисты, и они проповедовали ахимсу, шантарасу, потому что они считали, что такое явление, как паракия, привело к деградации. Нечто вроде сахаджи, имитация со стороны многих. Многие люди утратили свою удачу буквально в силу того, что следовали этому пути. И буддисты осуществили реформы. Явление достигло своего зенита, оно пришло в упадок, духовность. И это неизбежно. Таковы пути этого мира, законы этого мира. Циклическое движение вверх-вниз, вверх-вниз, цикл. Сатья Трета Двапара Коли. Буддисты пришли, а затем явится Коли, для того, чтобы прикончить всех, уничтожить атеистов. А буддисты — конец части С и начало части Д. То будет проблеск Золотого века. А затем вновь начнется новое пробуждение мирского движения. На этом я остановлюсь.